22 октября на базе школы номер 12 города Каспийска состоялся муниципальный этап республиканского конкурса инсценировок по произведениям Михаила Лермонтова. Отметим, что конкурс приурочен к 210-летию со дня его рождения. От города поступило 14 заявок, то есть 14 образовательных учреждений на данный момент соревнуются и показывают мастерство, пытаются вжиться в роль героев литературных произведений и показать мастер-класс. Школьники постарались максимально вжиться в роль героев произведений, что у них отлично получилось. Участники каждого муниципального образования подготовили свои номера вплоть до деталей. Были продуманы образы и сценические речи. На самом деле сейчас начали просмотр первых выступлений, и видно, что все ребята постарались, вложили душу в свои спектакли. И в каждого героя, и в чью жизнь они проживают и так далее. То есть действительно был заложен очень большой труд со стороны филологов, со стороны самих ребят при подготовке, что это очень интересно смотреть, и на самом деле важно нам помнить нашу культуру, помнить авторов, которые подарили нам такую прекрасную литературу, такие прекрасные произведения. Развиваться и не забывать их ни в коем случае. Основная цель проведения данного конкурса – это сохранение памяти о жизни великого поэта, привитие любви детей к отечественной литературе и возможность проявить свои творческие способности. Победители данного конкурса представят муниципалитет на республиканском этапе.